Привет, друзья, и добро пожаловать на мой канал Sparrow Channel. Данное видео будет полезным для тех, кто хочет проверить наработку часов на своем LG-телевизоре, но у него нет сервисного пульта. Вот. это можно сделать максимально простым способом. Для этого понадобится обычный пульт, который идет в комплекте, самый обычный, и обычная флешка, неважно, насколько она там гигабайт будет это вообще не играет роли. Также эта информация будет полезна для тех, кто только собирается покупать телевизор, вот, и у него есть какие-то сомнения, продают ему абсолютно новый телевизор, либо же он был в использовании, так как при покупке часто такое случается, особенно с oled что витринные экземпляры впихивают как за новые запечатанные Варианты. Возьмите с собой флешку обычную, простую, чистую и заодно проверите, есть ли наработки на телевизоре или нет. Итак, берем обычную флешку, подключаем к телевизору ее. Подключили флешку, видим, что она у нас появилась. Теперь делаем нехитрую махинацию на пульте. В общем, все максимально просто.

Вот, готово. Теперь данную флешку подключаем к ноутбуку либо ПК компьютеру. Телевизор сбросил на флешку три файла, там папка и два документика. Вот, дальше мы просто что делаем? Подключаем флешку к ноутбуку либо компьютеру. Вот, открываем последний файл и смотрим на работу часов. То есть, если телевизор совершенно но новый, то там будет по нулям. Если вот, допустим, телевизор уже в использовании, и вы хотите посмотреть, сколько ваш телевизор наработал за какой-то промежуток времени, вы вот можете посмотреть там 200 часов, 300, 500, 1000, неважно. Вот, будете понимать, сколько ваш телевизор наработанный, как часто вы смотрите, используете, и так далее. Вот. Спасибо за просмотр. Надеюсь, для кого-то это видео будет полезным. Ставьте палец вверх, пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть по данному телевизору, какое видео вам заснять. Может, есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу, поделюсь каким-то небольшим опытом в эксплуатации данного телевизора. Всем спасибо, еще раз спасибо за просмотр, берегите себя, до новых встреч, увидимся в интернете, всем мира, добра, peace!